да, Чик Картер. Картер, прием. Меня кто-нибудь слышит? Есть кто живой? Я уже умер. Если так, я ждал чего-то посолидней. Прием. Есть кто-нибудь? Кто говорит? Кто вы? Парни, подъем. У нас новое задание. Опять будем спасать несчастных старушек или что-то повеселее? Веселее некуда, Кинни. Мы отправляемся в логово зверя. Ну, наконец-то! Лунатики собираются около башни в штате Нью-Мехико. Мы разберемся, в чем дело, а потом вырубим саму башню. А мы от лунатиков точно ничем не заразимся? Лучше думай о том, как попасть в башню живыми. Есть, сэр! Задание будет долгим. Надо разведать обстановку, найти вход в башню, но главное — не выдать себя, пока не будем готовы к удару. Поменьше Джона Уэйна и побольше Джеймса Бонда? Ты читаешь мои мысли. Если повезет, мы найдем лекарство от лунатизма. Если оно существует. Да кто его знает. Но если не надеяться, лучше сразу сдаться. За тебя, Нико. Пусть земля тебе будет пухом. Почти нашла его. Он так близко. Позвольте мне этим заняться, и я принесу его голову на блюдечке. Фюрером займется Картер. Это его работа. Отправьте нас обоих. Никто никуда не поедет, пока мы не узнаем, где его искать. Агент Вивер, я понимаю, что вас связывает с фюрером, но ваши эмоции могут помешать проведению операции. Я что-то пропустил? А вот и вы. Агент Вивер уверена, что фюрер на северо-западе страны. В Орегоне. Его база в Орегоне. Надеюсь, вы двое сможете сузить радиус поиска. Мы не можем прочесывать целый штат. Картер, нам нужно поговорить. Агент Уивер. Анжела, как себя чувствуете? Как будто по мне прошлись катком. Ясно. У нас есть успехи. Осталось найти фюрера и все закончить. Жду не дождусь. Вы говорили, он в Орегоне. Где именно, не знаете? След фюрера ведет в юго-западный Орегон, куда-то в глушь. В юго-западном Орегоне везде глушь. Да, там много лесов. Фюреру есть где спрятаться. Но я обнаружила кое-что. Странные радиосигналы. Это не люди? Нет. Я трижды проверила, а Уир подтвердил. Это не люди. В том, что мне удалось расшифровать, говорится о фюрере. Думаю, у них там база.
У меня есть такое чувство, что нам повезет, и хоть кто-то из радистов что-нибудь слышал. Обычно интуиция вас не подводит. Надеюсь, так будет и в этот раз. Мы его найдем. Возможно, Чульский сможет что-нибудь засечь. Еще я поговорю с Уиром. Когда закончите, загляните в кабинет Фолка. Я буду там. Чульский, сэр, было что-нибудь интересное? Я слышу массу всего интересного, сэр. Что из этого правда, другой вопрос. Вас интересует что-то определенное? Агент Уивер засекла странный сигнал. Вы не посмотрите? Она что-то говорила. Орегон, верно? Да, она считает, там может быть база чужих. Так, посмотрим. Держите меня в курсе. Я быстро. Агент Уивер почти все сделала за меня. Зайду попозже. Все жду, что двери лифта раскроются, и оттуда выйдем. Я слышал про ваше возвращение. Здорово, что вы живы, Картер. Уильям, слава богу, вы живы. Картер, с вами все в порядке? Пожалуй, что так. Все очень беспокоились. Не сомневаюсь, и не только за мое здоровье. Говорят, вы помогаете агенту Уивер выследить фюрера. Что скажете мне напоследок? Да. Исключительно важно взять его живым. Нам нужен имплант, которым он соединен с мозаикой. Если фюрер умрет, все данные будут уничтожены. А зачем ловить именно фюрера? Фюрер один из немногих знает, где ядро мозаики и где находится тот, кого они называют истоком. Я смогу получить эти данные, только если фюрер будет жив. А вы так можете? Это хитрый процесс. Мы используем их способы обработки данных и связи с сетью мозаики. Посылаем электрические импульсы. Достаточно того, что вы знаете, как это делать. Мы получим координаты. Что дальше? Мы полетим на их планету. А у нас получится? Почти наверняка. О многом мы только догадываемся. Если бы у меня было время или Лоуренс... Значит, вы разобрались, как работает плоттер? Пожалуй, да. Как раз сейчас инженеры устанавливают его на Мститель. Постойте, док. Если что-то сломается, нам конец. Вы, как всегда, скажете приятное. Вы себя послушайте. Мир вообще непредсказуем. Иногда, в чем мы больше всего уверены... Вы же о Лоуренсе, да? Да, пожалуй, что так. Вы ему доверяли, и в нужный момент он вас не подвел. Человек он был или пришелец, но он помог нам? Хотел бы я знать, почему он мне лгал. Все когда-нибудь лгут. Ладно, за работу. Да. Вы быстро учитесь, док. В башне чужих мне удалось собрать массу полезных материалов. Масштаб и сложность этой сети потрясают воображение. Нам повезло, что вы работаете с нами. Я здесь благодаря вам, это не везение. Надеюсь, Мститель не подведет. Мечтаю посмотреть, откуда эти твари вылезли. Вы ко мне по делу? Чульский засекла сигнал чужих рядом с заброшенным кемпингом на юго-западе Орегона. Ровно там, где и говорил агент Уивер. Это фюрер. Точно говорю, это он. И чем быстрее мы его возьмем, тем быстрее найдем мозаику и выбьем этих уродов с нашей планеты. Отстранять Уивера дело просто нечестно. Она много лет выслеживала фюрера, она просто одержима им. В том-то и беда. Нам нужен человек, который сможет здраво оценивать ситуацию.
Но раз таких нет, сойдете и мы. Бред какой-то. Что вы не договариваете? Куда вы клоните? Говорите на чистоту, Фолк. Фюрер нужен нам живым. И эта задача как раз для вас. Доктор Уир должен извлечь из головы этого ублюдка все, что там есть. Если фюрер умрет, мы ничего не узнаем. Это ясно? Дайте Уивер мне в напарники. Ни в коем случае. Почему? Я не обязан объяснять свои... Почему? Потому что вы оба без тормозов. Вспомните свой послужной список, агент. Ее личная заинтересованность и ваш нрав. В этом задании нельзя рисковать. Тогда почему я? Потому что вы справитесь. А если нет, я лишусь одного из лучших агентов. Не обоих. Уивер один из лучших агентов. А вы второй. Мы уже потеряли Досилову, Нильса и еще дюжину опытных людей. Я не могу рисковать двумя лучшими агентами в одной операции. Особенно если один из них рискует сорваться. Но ведь нужно... Внимание! Разрешение на взлет отсутствует. Рейнджер Фокстрот 9-1, немедленно вернитесь на базу. Что за черт? Уивер. Чертова девка, она полетела за фюрером. А вы думали, неприятности будут только от меня? Ее надо остановить. Остановить? Вы же не хотите ее... Нет, только в крайнем случае. Найдите ее и образумьте. Фюрер нам нужен живым. Они оба нужны нам живыми. Верно. Подберите снаряжение и отправляйтесь в оперотдел. Там мы обсудим детали. Я слышал, агент Уивер заперлась у себя в кабинете, когда узнала про Досилову. Я бы тоже заперся в кабинете, если бы он у меня был. И пил бы, не просыхая. Не в первый раз сажусь за линией фронта, но никак не могу привыкнуть, что фронт проходит по нашей земле. И не привыкайте. Лучше подумайте, как добраться до военного завода чужих. Которые эти твари выстроили на главной улице прямо в сердце США? Как такое стерпишь? Мы не собираемся это терпеть. Мы их остановим. Соберитесь, Барнс. Готовьтесь, они близко. Контакт! Их оттуда так просто не выбьешь. Еще чуть-чуть, навались! Дань, Саруч! Саруч, беру! Дай, пива! Я долго не выдержу! Командир, не ленитесь, доставайте аптечку! Что делать-то? Хорошо, сидят, мрази! Ха-ха!
Сейчас я вас подлатаю. Готовы ко второму раунду? Двигаюсь. Тут чисто. Идем дальше. Послушайте, Картер, зря я вам всего наговорил. Нет, вы правы. То, что они делают с нашими городами, с людьми... Я был на войне. Только тут-то все хуже. Это и есть война, Барнс. Понеслась. Атакую! Атакую! Вижу их! Приготовьтесь! Вот дерьмо. Ублюдки прут прямо на нас, так? Он вызывает подкрепление! Войти, где вылез этот здоровенный урод. Идем.
мы внутри. Черт, как... Вы что, правда ничего не боитесь? Стараюсь. Я к тому, что они же все уничтожат. Сперва пускай пройдут мимо нас. Инженер обеспечивает тяжелое вооружение, размещая автоматическую ракетную установку для стрельбы на дальней и средней дистанции. У нас гости! Контакт! Командир! Оттуда так просто не выйдешь! Мы пробили его щиты! Навались! Прижали! Они закрылись! Сейчас рванет! Командир, вы ранены! А вот и щиты! Хорошо стоят! Что мне делать? Вы хреново выглядите! Вы хреново выглядите! Я ранен! Санитар! Я поставлю вас на ноги! Спокойно, сейчас я вас подлею! Вот так! Спасибо. Они подходят! Вот чисто, идем дальше. Вон центральный пульт. Он управляет энергоустановкой. Thank you.
У них щиты! Укрытие, снайпер! Снайпер, ложись! Снайпер, ложись! С этими будет нелегко. Они бронированные. Что приказ? Вы в порядке? Дроны в плечи! Последний. Черт, Картер! Вы подарили нам надежду! Я ваш командир, Барнс, а не мозгоправ. Готовьтесь нас отсюда вытаскивать. Картер, вы же весь сектор спасли! Сектор мы спасем, если вырубим завод. Барнс, мы выдвигаемся к точке высадки. Понял вас, агент Картер. Чульский, я хочу спросить вас об агенте Уивер. Да, сэр. Одну секунду. Я организую эвакуацию раненого агента. Не торопитесь. Я подожду. Агент, мы вас скоро заберем. Найдите укрытие и оставайтесь на месте. Он поправится? За Мэри Уэйзера не беспокойтесь, сэр. За пару недель доктор Хара поставит его на ноги. Если он так психует, его нельзя пускать на задание? У нас и так не хватает людей, а после гибели Досилвы и его группы нам больше никого нельзя терять. Ну, что у вас? Вы знаете об агенте Уивер что-то, чего не знаю я. Что за история с фюрером? Это чужой секрет. Я должен знать, можно ли доверять агенту Уивер. От этого зависит не только моя жизнь, жизнь всех нас. Жизнь или смерть? Ладно. Несколько лет назад пропал брат агента Уивер. Она считает, что его похитил Фюрер, как и остальных. Если хотите узнать больше, поговорите с Перси. Он расследовал это дело. Все ясно. Спасибо, Чульский. Пожалуйста, сэр. И будьте помягче, Уивер. Ей пришлось нарушить устав.